Здравствуйте, 9 апреля, 13 лунный день, в созде Адия, с элементом огня. День высших сил, благоприятный для ритуалов почитания огня, размышлений, медитации, обращаться к учителям, наставникам, Буддам, Бодхисаттвам, духовно-просветительские деятельности, освящение, открытие священных объектов, проведение праздников, радовать людей, сажать дерево, семена, всех влиятельных делах, обучение высшим и точным знаниям, наукам, сватовстве, разрешать напряженные ситуации, земельные работы, в дорогу. Ребенок, родившийся в этот день, будет наделен стремлением к высоким целям, мудрым, нравственным, будет иметь желание помочь всем живым существам. День неблагоприятен для закупа скота, рубки дерева, лечение проводить как прижигание, кровопускание. Стрижка волос, к счастью, благоприятен для людей, родившихся год, лошади, собаки, неблагоприятен годам, змеи, синие, обезьяны. На верхней березке дунь курдуане, комбогунгур скюсаным, биважин дуане, очуване сунды. Будьте достойными.